Доброе утро! Солнышко вышло. У нас опять весна в Москве. Я посмотрела сейчас по первой новости. Там снег. У нас даже птички поют. Упаковала прянички. Розовая ленточка закончилась. Надо поехать купить на вот эту коробочку. Вот. Девочка делает маникюр, у которой я делаю. От нее 20% скидка. Если вы купили у меня пряники. Идете с этой визиткой. И вам 20% скидку делают на маникюр, на наращивание, на гель-лак. Такая красота. Этот набор мне нравится особенно. Здесь у меня на солнышке курочка. Хочу сварить лапшу сегодня на обед. Как гардеробная у меня уже чистая. Весь хлам отсюда убран. То я начала уборку вот в этом шкафу, в который мы заходим. То есть это сначала кажется, что это шкаф. Там дверь в гардеробную, здесь два отделения, шкаф. Я уже начала убирать, засекла 15 минут, все как всегда. И вот одна полка чистая. Так что все, здесь будет чистота скоро. А здесь у нас завалено все игрушками. Решили, что переберем, немного себе оставим, остальное все в садик. Ну, естественно, все плохое выбросим. Так вот. Поэтому закрываем наш шкаф. Чтобы никто не знал, что там гардеробная. Классно я придумала, это все я. Решила, что здесь будет вот такой вот шкаф. Вот. Покрывало тоже вчера простернула. Оно теперь чистое. Сегодня у меня по плану постирать вот эти шторы. И ламбрикен, и все, в общем, постирать. Так что буду сегодня этим заниматься, потому что на улице опять весеннее настроение. Что, привела себя в порядок. Теперь могу с хорошим настроением готовить суп. Сегодня у нас лапша, курочка уже сварилась. Так что поехали! Все как всегда, курочка сварилась. Это домашняя курочка. Я ее сразу же горячую вытягиваю, солю, перчу. Сразу же мне так кажется вкуснее. Сюда сейчас в кастрюльку буду процеживать этот обалденный домашний бульон. Сегодня дома и Гриша, и Антоха, поэтому лапшу я уже всем наложила. Просто без морковки, картошка, лук, лапша и зелень. Немного чесночка. Как? Угу. Клёво. Еще вот так. Да. А так я стала. А так что сейчас будем обедать. Домашняя курочка у нас. Зови Гришу. Никого не буду звать. Дети вышли на улицу. Сегодня хорошо. Да, ты отмечал сегодня погоду, Антош? Нет. Еще не отмечал? Сегодня пасмурно, это точно. Но облака же есть на небе? Нет, сейчас, видишь, ветерок, да? Ветерок, Антош, нужен? А? Нет, нет, Зай, надо все равно в куртке, но в расстегнутой. Не надо, ветерок все равно дует. Нет, нет. Смотри. Кто тут пришел к нам? А, да, так ты ходил без колготок на улице? Да. Хорошо там было? Там было лето. Мы только что ходили. А Валя, на улице было лето? Да. Сегодня было? Или весна? Нет, лето. Или начало осени. А Фанечка, ну а как там, стишки спрашивали? Нет. Да. С кем ты играл? Не говори. Говори. Нет. Почему ты слушался? Гриша, потом? Кому будешь валентинки дарить? Она тебе не надо. Кто там стреляет, Афоня? Папа.
Баба стреляет, мочит кого-то. Баба на коленке. Тоже туда же ложи. И кроссовки надо туда же ложить. Сейчас положу. Афоня собирает папе сумку на волейбол, да? Да. А где папе? Нету там кроссовочек? Да, посмотрю. Да, значит, где-то сейчас я их найду. Афоня сам нашел. Они постираешь? Да, я же их постирала. Они теперь чистые. Все, все мы поросили. И оба в полозе. Пап, Антона ж не забудьте забрать. Гришу отвезти, Антона забрать. И Афоню сразу отвезти до бабушки, дедушка. Вместе с Афоней, с Антошей. Да. Я всех отправила, кто куда. Здесь мои покупки, сейчас покажу. Купила бумажные полотенца, очень мне пригождаются. Подкладываю их под пряники, быстренько там вытираю, протираю все, что нужно. В общем, конвертики с айсингом очень хорошо. Несквик купила, все просили. Там как раз была акция именно на большую коробку, 99 рублей в магните. Поэтому взяла. Здесь сливки у нас в люксе продаются. 284 рубля литр. По-моему, очень даже неплохая цена. Купила ленточку 5 рублей метр. Вот такая вот шириной 1 сантиметр. Розовую. Нужно мне одну коробочку. Вот розовой ленточки не было. Теперь есть. Купила печенье. Такое Афонина любимое. Оно как Орео. Знаете, соединяется. Здесь посередине начинка. Еще овсянка, овсяное печенье с шоколадом и две пачки влажных салфеток. Вот они у нас 52 рубля стоят. В Есении вот это все. Это все с магнита. Батон нарезной. Черный хлеб один остался, поэтому как раз наш, вот этот мой любимый каравай Кубани, который уже нарезанный бородинский, без всяких лишних семян, без посторонних вкусов, мне очень нравится. Сливочный сыр для двух тортиков, в основном на торт уходит примерно две пачки. Вот одна стоит 209 рублей. Получается на торт 400 грамм сыра. Кальве томатный, тоже любят дети, прям просто томатный, вкусный. Это женские штуки. И еще взяла сметану, творожок. Вот на ужин, на вечер прям едим с удовольствием. 5%. И фейри у нас все закончилось, поэтому даже руками трудно мыть. Уже мыло, потому что все позаканчивалось. Вот взяла большую. Пока мальчиков не было, у меня тут пряничное настроение. Вот еще пряничное настроение. Еще один тортик будет. Привет. Антоха где? Нету. А, есть курица же домашняя. Сейчас. Она есть там вода?